Вы знаете, за последнее время любой объект не просто так вот дается, чтобы его спланировать и построить. Этот объект вдвойне непросто, потому что мы его еще в 2006 году начинали планировать, строительство, учитывая перспективу развития города. Помню еще здесь, откуда все начиналось. Депутатом был Вячеслав Викторович Володин, который встречался с жителями, они его попросили об этом. Вот оттуда все началось строительство. И ему очень важно сейчас, что этот объект будет завершать, завершающий этап будет иметь. И я очень благодарен, что Максим Юрьевич, во-первых, сегодня нашел возможность из соседнего региона, при всей задаче, которая там была поставлена вчера там в Новосибирске, и посетить сегодня наш объект. Потому что на самом деле есть сложности в плане завершающем этапе, в плане финансирования. И сегодня мы услышали вот такую новость, поэтому мы просто благодарны в ожидании. И на самом деле есть очень правильно к 70-летию Великой Победы вести его и назвать там его «Мост Победы». Спасибо.